Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Сегодня у нас Пол Нэш. Пол Нэш, старший брат художника Джона Нэша, прославился картинами на тему Первой мировой войны, изобличающими разрушение природы, человека. В межвоенные годы Нэш стал активным представителем авангарда, написал множество пейзажей, в которых представлены видения сна, а реальные предметы накладываются на выдуманные. Я цитирую Википедию и некоторые тексты по книге «Сюрреализм», автор Иван Мосин. Был сыном успешного адвоката, проучившись год в колледже искусства и дизайна в Челси, поступил в Лондонскую школу полиграфии и графики в 1908 году. Поэт Гордон Ботомли и художник Уильям Розенштейн посоветовал ему поступить в школу изящных искусств Слейда. Поступил в октябре 2010 года в эту школу. В 1933 формировал группу Unit One, объединение 1, целью которой была популяризация современного искусства, архитектуры и дизайна. Наиболее передовыми тогда представлялось абстрактное искусство и сюрреализм. Сам Нэш в середине 30-х работал в обоих направлениях. Участвовал в организации международной выставки сюрреалистов 1936 года. Первая и единственная групповая выставка группы Unit One была проведена в 1934 году и сопровождалась выпуском книги Unit One. Она состояла из текстов всех художников групп, фотографий их работ и выступлений критика Герберта Рида. Тема войны занимает место в творчестве Нэша, главное место. Он был свидетелем и деятельным участником двух мировых войн, которые оставили его душе и на его полотнах неизгладимый след. Батальные пейзажи Нэша полны печали и меланхолии вследствие личного опыта художника, бывшего очевидцем трагических событий. Нэш сумел в жанре пейзажа выразить весь ужас смерти, не изображая гибель людей, но символически показывая ее через агонию смерть природы. Один из крупнейших британских художников 20-го столетия, Нэш при жизни был больше известен в Европе и Америке, чем у себя на родине. Интерес к его творчеству в Англии возник только с его кончины в 1946 году. В 1948 состоялась большая ретроспективная выставка его работ в галерее Тейт. Ну, так вкратце о английском художнике, иллюстраторе, дизайнере, критике Поле Нэш. Все, пока-пока, смотрим работу.